What's up everyone, welcome back to another video. In today's video, we are playing Cuzbass. I found it on the Play Store, and it's under development, so we're going to be playtesting the game to see how well it does. So, without further ado, let's go right into the game. Ехать? Нет, почти приехали уже. Жаль, что вы не успели познакомиться со своей бабушкой, пока она еще была жива. Теперь нужно хотя бы попрощаться. It's in a different language, so you have to read the talk. Я познакомлю Аришу со своей бабушкой. Они подружатся. Ну вот и приехали. Все на выход. Okay, let's get out. Все за мной. You're quite big, ain't you, mate? You just wore it for me. Anyway, so the game so far looks quite good. It's different from any game I've ever played before. So, Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Я понимаю, что ты здесь вырос, но мне здесь как-то не по себе. Не тревожься. Всего одну ночь здесь переночуем. Завтра пройдут похороны, и мы домой поедем. Никогда этого не понимала. Почему мы должны ночевать в одной квартире с покойницей? Let's go to the kitchen. Посидим еще немного, пока дети не улягутся. Славик, ложись спать. I don't know where to go. Right, give me a sec, I'll find out where I have to go. Well, that was easy. I just had to walk down the corridor. Alright then. What's up, little man? He's not, that's all going on. Anyway, I'm going to bed, let's go. This is a horror game, so I don't know when it's going to jump into the horror, but let's get right into it, I guess. Oh no. What's the matter? Ой, как ты интересно придумала? Тише! Не разбуди родителей! Хе-хе-хе! Как ты интересно придумала? О, Славик, привет! А мы с бабушкой играем. Хочешь с нами? Oh, God. Аня, что ты здесь делаешь? Бабушка же умерла. Нет, она живая. Вот же она стоит. Oh, my days. Фух, кажется, Jesus, это был просто сон. Странно. Аня что, уже проснулась? What the hell? Вы же умерли. Бабушка у тебя, конечно, пожилая уже, но еще не настолько, чтобы умереть совсем. Куда вы дели мою сестру? Ты как с бабушкой разговариваешь? Какая еще сестра? Иди лучше мусор выброси, пока я тебя не наказал. I don't get this. Ишь, как вымахал. Совсем уже большой okay, стал. Let's take out the trash, I guess. Other the bins over there. That's the little girl's doll. Это же кукла Анюты. Что она здесь делает? С
Здесь происходит что-то странное. Нужно скорее найти сестру. Hello? Эй, подойди-ка. Привет, это же вы приехали вчера вечером. Здесь можно выбросить мусор. Та старуха в квартире не здесь твоя бабушка. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Там происходит... Появиться в любой момент. Ладно, показывай дорогу. Нам сюда, давай скорей. Okay. This is creepy. Почти на месте. Okay. Не отставай. Getting kidnapped. Все время забываю эту крутилку. Посмотри под моим деревом. Oh, so good idea to put that up. To the treehouse. So what do we do now? Здесь мы в безопасности. Старуха не знает об этом месте. Что здесь вообще происходит? Ты знаешь, где моя сестра? Я не видел твою сестру, но старуха похищает детей уже много лет. Так что ничего удивительного, что твоя сестра тоже пропала. А были и другие? В детстве у меня был друг. Однажды мы играли с ним неподалеку от этого места. И правда, клевое место для домика на дереве. А еще я знаю, где можно раздобыть доски и инструменты. Пойдем покажу. А, вы плавили. Ого, кажется, здесь раньше не было столько воды. Как же нам теперь перебраться на ту сторону? We can walk. Oh, we gotta push this off. Maybe. Yes. No. Oh, I hit him. Классно грохнулся. That looked like it was gonna hit him. Let's go for the hole in the fence, baby. Are we gonna go into the old lady's house or my grandma's house? Ты чего? Это ж двор ведьмы. Давай уйдем, пока она нас не заметила. Да это все детские сказки. Она обычная старуха. Но ребята говорят. So we're gonna leave for episode one. If you'd like to see part two, please like. I'll probably do it later on today. Anyways, have a nice day, and I hope I hope to see you again next time. Goodbye.